Всем привет, друзья. Фу, Ольга, тебе тоже привет. Ольчик, колокольчик. Иду за твоей посылкой. Кошмар. О, сил никаких нет. Только пришел, блин, с работы, переоделся, высушился. Думаю, сейчас передохну. А тут приходит смс-ка. Идите, получайте, вас посылка ждет. Сходил, но сходил только из-за того, что там, ты сказал, там лещ лежит. Вот, и он типа не особо сушеный, вот, влажный. И плюс ты говоришь, что его замотали в полиэтиленовый пакет. Мало ли он там задохнется, начнет вонять. Поэтому я уж побыстрее, побыстрее. На самом деле сил... Ой, сейчас быстрее. Сил никаких нету. На работе сейчас очень устаю. Каждый день выпадает тонны снега. Вчера выпал метр, сегодня метр. И постоянно он сейчас идет. Я на работу два раза в день хожу чистить. Просто минус спина, минус ноги. Только ради леща. Реально сил никаких нет. Очень устаю на работе сейчас. Не знаю, какие сейчас силы найду ли снимать сейчас обзор. Но постараюсь. Дома отдохну, поем, сниму распаковочку, обзор обязательно, ребята. Кто еще не знает про Ольгу, ссылочку оставлю в комментарии. В закрепленном комментарии оставлю канал Ольги. Я ей тоже недавно присылал посылку, вы, наверное, знаете. Вот. Так что, кому интересно, заходите. Подружитесь, посмотрите. Вот кто еще не видел, что я ей прислал. Ну, грибочки там, фигочки всякие. И вот сейчас посмотрим, что она мне прислала. Фу. Надеюсь, все хорошо доехало. Все, увидимся дома. Просто метр снега, 2 метра снега. Смотрите, что происходит на улице. Как вам показать? Сугробы немеренные. Паяйца, ребята. Все. Вот, пришел с пылу жару. Все. Распаковываем, Ольга, посылочку. Смотрим. Кому интересно, оставайтесь тоже. Смотрите обязательно. Так. Фу. Это, походу, грецкие орехи, ребят. Никогда в жизни не ел грецкого ореха. Точнее, ел грецкого ореха. В смысле, очень давно не ел. Я их сам себе никогда не покупаю. У меня где-то у бабушки раньше был старинный такой дырокол. Ну как это? Он этот, типа, там такой дракон, ему в пасть суешь орех и нажимаешь, он колется. Где-то в серванте у бабушки был. А мне-то самому и колоть-то их нечем. А, ладно, спасибо. Будем использовать грецкие орехи в салат или так будем есть. Полезно. Ой, что-то с них тут насыпалось. Так, это нам записочка. Здравствуйте, Леночка. Леночка, мама тебе здравствуйте пишет. Здравствуйте, Леночка и Олежа. Деду делаю дубль 2. Да уж, первый был комом. Я уж вообще, если честно, не ожидал, Ольга, и не хотел, чтобы вы вторую-то мне уже присылали. Мне действительно уже жалко ваших денег. Жалко. Потому что я посчитал, что первая, это, пускай она не удалась, но это уже была как бы посылка. Ну, пускай она не дошла. Вторую уже, вот эту вот, в принципе, присылать не надо было и так. Ну, господи, ну уж ладно, бог с ним послал. Но это, считать, 2 посылки, это 2 раза ты уже, наверное, заплатила. Тебе же правильно, я так правильно понимаю, Ольга, они тебе же не деньги не вернули и не разрешили на тот же самый вес отправить бесплатно повторную, да? В тот же самый вес уложиться, как в первый разбилась. Получается, просто все деньги тебе просто сгорели, да? Обидно. Если это так, напиши. Делаю дубль 2, посылаю посылку. Что такое написано, непонятно. Аджика. Да, наверное. Аджика, запятая, Леча, запятая. А, не знаю, из какой партии. Если будет кисловатое,
Не обижайтесь. Будет кисловато, не обижайтесь. Дочка в кладовке убирала. Дочка в кладовке убирала. Все переставила. Ясно. Краснодарские орехи. Немного корма для Ксюшки и рыбу. Дай бог, чтобы дошло. Банки не побили. Дай бог, чтобы дошло, банки не побили. Рыбка не протухла. Сегодня суббота. Рыбу сейчас купила и отправила посылку. Посмотрим, сколько будет идти. Вот. А идти она долго. Потому что сегодня только 20 декабря, и вот она пришла. Это вот баночки, все в моих же, гляжу, в этих же, обратно, да? Заупаковала, молодец, чтоб ничего не разбилось, обратно все в том же. Вот и лещ. А вот и лещ пришел. О! Ну чё, здоровый лещ? Не знаю, сыроватый он, конечно. А чё вообще с ним надо делать? Вообще с этим лещом, Ольга, напиши мне, пожалуйста. Ведь его, по сути-то, надо ведь мне повесить, его куда-то сушить, или что с ним вообще? Это как сушеное вобла идет к пиву, что ли, получается? Я-то вот просто тебе присылал, таранку-то, да, вот эту все присылал. У меня-то вот все сухое, уже готовое, а тут вот как то ли селедка, то ли чего, не пойми. И он еще там, походу, с кишками, и, походу, уже, да... Подванивает тухлячком уже. Его, конечно, надо досушивать. Я даже не знаю, что с ним делать. Его надо срочно разрезать все, доставать оттуда кишки, полностью его пересаливать и просушивать заново. Вешать где-то на кухне на веревках. Потому что я не знаю вообще, что с такой здоровенной рыбой делать. Ну, в общем, ладно, разберемся, я думаю. Так, это я открою потом. Аккуратно, чтобы пупырышки не порезать, открою потом, покажу. Так. А тут, я так понимаю, и тут какая-то баночка. В общем, сейчас я разберусь. Больше там ничего нету. Так, все, Ольга, посылку я всю разобрал. В общем, были грецкие орехи, был лещ и было две банки. Все. Вот. Никакого корма кошачьего не было. Ну и слава богу, я думаю. Потому что по поводу корма я тебе писал, что мне не нужно. У меня кошка ест специальные свои лечебные корма. Мы ей покупаем вот такие Royal Canin специально... для стерилизованных, специально для уведения мочекаменной болезни, потому что она у меня циститная. Так что вот по поводу кормов не заморачивайся. А вот эти всякие вот, то что вот эти жидкие в пакетиках там, она у меня не ест. Она вот эту водичку всю слижет, весь бульон, да, вот этот ей жидкий пакетик вылежешь, а вот это все ненатуральное мясо, соевое, она вообще не жрет. Она вот его оставляет в стороне, потому что а что ты хочешь? Оно лежит у тебя, не натуральное соевое мясо, правильно? Оно может на полке в магазине год лежать в прикомнатной температуре, и ничего ему не будет. Ну неужели натуральное мясо столько будет лежать? Нет, правильно. Поэтому кошка у меня только за натуральный продукт, только свежее мясо, только свежую рыбу ест. И то ей тоже нельзя, с мочекаменной болезнью. Вот. Вот поэтому я ей не покупаю. Максимум, что я ей покупаю, это паштеты Шеба. Вот, иногда балую ей там раз. А так вот эти вот все не ест она, в общем, у меня. Так что вот, баночки твои пришли в целости и сохранности.
не переживай. Я уж не понял, что ты там говоришь, дочка, у тебя все перемутозило, возможно, что-то с того года, возможно, говоришь, будет там кислое или что-то, да, не знаю. Ну, вроде наверху плесени нету. Даже если что-то с того года, то обычно оно и стоит и дольше. Вот это леча, как называется, тёщин язык, да? И это что-то такое тоже не подписано ни хрена. Ну, ты мне в записке ты мне написал, я разберусь, что есть что. Тут вот прямо с кусками перчиков, а тут вот просто аджика. Вот это аджика, скорее всего, да, перемолотая, а это леча. Все. Спасибо большое, у меня мама такого не делает. Вот. А я по таким продуктам очень заскучал. И люблю. Вот. Спасибо большое. Как только попробую, как только у меня дойдут обязательно до этого руки, я тебе напишу, как было на вкус. Вкусно, невкусно? Ну, в любом случае, скорее всего, вкусно. Так что я тебе напишу, но это будет не скоро, Ольга. Сейчас, ладно, я только пришел, еще не разделся, сразу с пылу жару с улицы быстрее снимать обзор. Пойду сейчас раздеваться, мыть руки, обзорчик сниму, сейчас все перекину, смонтирую, вам выложу. Кто досмотрел до этого момента, ребят, спасибо, конечно, огромное за внимание, спасибо за лайки, кто смотрит целиком и честно. Ольгин канал, еще раз повторяю, будет закреплен в комментарии, переходите, смотрите. Интересуйтесь, дружитесь. Вот. Ольга, тебе еще раз огромное спасибо за посылку. Все получил, все в целости и сохранности. Доехала, не переживай. Леща сейчас я попробую реанимировать. Не хотелось, конечно, с усталости еще возиться с рыбой, но сейчас посмотрим, что с ним можно сделать. Но на самом деле там уже запашок такой неприятный. Но вот когда я вот, например, свою рыбу сушу на кухне, да, летом, когда вот она питается травой, она тоже у меня с кишками, когда там все жрет траву, вот, она тоже так иногда начинает тухнуть и пухнуть, и запах идет. Я ей начинаю живот вскрывать, вот этот воздух весь из нее выгоняю, вот, все вынимаю, и спички вставляю, разрезаю ее по хребту ножом и просушиваю нормально уже. Полноценно. Еще можно еще спасти его. Вот. Ну, вообще, таких здоровых лещей, конечно, не сушат. Вот. Или, либо сушат, но без кишок желательно. Ну, ладно. Посмотрим, что можно сделать с лещом. Реанимируем его, надеюсь. Не пропадет. В любом случае, спасибо за посылку. Тебе с наступающим Новым годом. Но я думаю, еще спишемся друг другу, там поздравим. Маме... Да кошка, что там с кошкой? Что-то там чихает. Ладно, маме привет ты передала, она, думаю, тебе ответит. Я, может, с ней даже поделюсь, дам попробовать ей тоже. Правда, мы с ней не живем вместе, она там у себя где-то, я у себя здесь. Не знаю, как мы ей что-то, получится ли передать, дать попробовать. Ну, возможно, попробуем. Спасибо, что уделила внимание, спасибо, что прислала ответную посылочку. Все, 10 раз спасибо, 10 раз обнимашек, чуть нож не упал, мне мужика тут еще не надо. 10 раз обнимашек, 10 раз поцелуйчиков, все, пошел я своими делами заниматься. Вот такой выдался обзор, ребята. Все, всем благ, всех с наступающим, увидимся на ютубе.